Дом 2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. Женя Алаева целиком и полностью оправдала Никиту Кузнецова, опровергнув интимную связь с мужчиной. Женя видела эфиры и уверена, что Никита любит Дарину Маркину. Он действительно изменился и не изменяет своей девушке. По крайней мере, с Женей точно не изменял. Тата Блюменкранц перестала кормить грудью. Теперь молодая мама нацелена на похудение, ведь после родов девушка потеряла былые формы. Александра Шева опровергла информацию о том, что Алексей Чайчиц плох в постели. «Секс с Лешей был шикарный, мне все понравилось. Я бы даже хотела повторить. Там у него все в порядке, не маленький и не большой», – поделилась Саша. «Я дважды так спонтанно спала с парнями, но после секса у нас начинались отношения. Я никогда не бегала за мужчинами. Леша не хочет отношений, поэтому не хочу на него давить. В Доме 2 возможно, что через какое-то время мы попробуем построить любовь». Татьяна Африкантова рассказала подписчикам о том, что Марина не собирается бросать Романа. Они с ним хорошие друзья. Марина улетит на 2 недели в Дубай, а Рома останется на Сейшелах. Через 2 недели они встретятся на поляне. В сети появилась информация, что причиной расставания Саши Черной и Иосифа Оганесяна стала Александра Шева. У Иосифа с девушкой было волшебство. Оганесян уже страдает и хочет вернуть Сашу. Однако Черно пока в раздумьях, прощать или нет любимого. Лилия Четрару и Сергей Захарьяш стали мужем и женой. Ребята сыграли свадьбу на Сейшелах. Некоторые участники проекта посчитали это несерьезным. Например, Майя Донцова прокомментировала: «Бракосочетание Четрару и Захарьяша вынужденное. Если сравнивать наши свадьбы, то для них это просто праздник. Мы же восприняли церемонию на Сейшелах как шаг к чему-то большему. Для нас это было очень серьезное событие, а Лилии и Сереже вряд ли это поможет укрепить отношения». Валерия Фрост утверждает, что ведущая «Дома-2» Катя Жужа положила глаз на Захара Соленко. Катя предлагала Захару жить с ней за периметром и неоднократно пыталась увести его на Сейшелах в ночной клуб. Захара это заявление от Леры очень расстроило. На съемках шоу в городских квартирах парень даже расплакался. Интересная новость с сайта «Шлок». Оля и Дима Дмитренко устроили романтический ужин. Дима опубликовал фото и подписал: «Моя девочка такая сладкоежка, ест за двоих». Поклонники продолжают гадать, беременна ли Ольга, ведь официального заявления ребята пока не сделали. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.